На южном поселке в Чебоксарах идет строительство канализационной системы. Деньги на это заложены в инвестиционной программе Чебоксарского водоканала. Жители частных домов южного поселка долгое время жили без централизованного водоотведения. До недавнего времени с проблемой канализации каждый дом разбирался самостоятельно. Практически у всех здесь свои ямы для стоков, на очистку которых тратились собственные средства. Когда будет у нас канализация, она решит вопрос, не сколько бюджетный вопрос домохозяев, но в то же время экологический, поскольку все эти ямы, в конечном итоге, они попадали в Волгу, они в какая-то часть воды все равно сачивалась в грунт и выходила в реку Кукшумка и далее на Волгу. Жители улиц Фадеева, Бажова, Новая, Боголюбова, Руставелли выступили инициаторами строительства общей канализационной сети и заказали проектно-сметную документацию. Администрация города их поддержала и включила в инвестпрограмму водоканала. После этого и началось строительство общего водоотведения. С 2016 года были выполнены часть работы, это строительство канализационной соцстанции, напорных сетей водоотведения. А в 2017 году начали строить систему водоотведения по этим улицам. А в этом году планируется выполнить укладку линий канализации. Стоимость строительства составила более 24 миллионов рублей. Централизованная канализация на 120 домов должна заработать в следующем году. Подключение к общей сети жители произведут за свой счет, но не жалеют об этом. Главное – комфорт. На этом они останавливаться не намерены. Люди надеются, что при поддержке властей здесь построят и асфальтированную дорогу.